Всем привет! Вы, наверное, встречали это место. Я покажу, где оно находится на карте. Вот оно. Сюда можно будет добраться с помощью либо вот этого телепорта, либо вот этого. Здесь странная какая-то схема. Три кристалла и гончие, ребят. Что с этим делать? Вопрос. Ну, давайте выясним. Ну, первое, конечно же, это убить их, наверное, да? Это требуется, скорее всего, так. Ага, защитите загадочные кристаллы. Это, видимо, какое-то испытание появляется сразу после убийства двух гончих. Ну, давайте, 100%, видите. Ну, они какие-то очень легкие. Прям безумно легкие. 89 уровень, но, тем не менее, они очень быстро падают. Сейчас узнаем, за что нам дадут за это. Ну, а большая гончая появилась. Ну, пока никаких сложностей нету. Это все? Ну, видимо, все, ребят. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока-пока.